Предприятиям Башкортостана упростили процедуру приватизации госимущества. Теперь им не придется предъявлять бухгалтерскую и финансовую отчетность. Соответствующие поправки в законодательство внесли депутаты Госсобрания Республики. Кроме того, Минземимущество не будет запрашивать документы об аудиторской проверке. Эту информацию специалисты ведомства будут брать из открытых официальных источников. Для предприятий, это, конечно, это облегчит их, не то что упростит, конечно, и для госорганов тоже. В связи с развитием информационных технологий уже очень много информации есть в информационных сетях, которые государство развивает очень, очень мощно. Вот, тем более в нашей бюджетной системе это развитие очень большое. Кроме того, теперь при оспаривании стоимости имущества должна учитываться цена недвижимости, которую определили в ходе аукциона. Напомню, в перечень свободных площадей для бизнеса в Башкортостане внесли почти 600 объектов. В документ включены нежилые помещения по всей республике. Он размещен на сайте Минземимущества и инвестиционном портале республики.